Спокойно пережить прелести пубертатного периода помогут психологи. На базе Центра коррекционной и семейной психологии реализуется новый благотворительный проект. Предназначен он для детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Центра получили возможность развивать новые направления благодаря победе в региональном конкурсе некоммерческих организаций. В данный момент мы стали получателем гранта регионального, который будет направлен на оказание помощи семьям с ОВЗ в такой непростой период, как период подросткового и полового созревания. «Останься со мной» – такое название получил инновационный проект. Что же в нем нового? В том, что подросших детей научат адекватно относиться к своему взрослеющему телу и растущему организму. Научный руководитель Светлана Губкина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась она и ее команда профессионалов. Дело в том, что родительская общественность разделилась надвое. Одни – за корректное просвещение, другие же восприняли инициативу в штыки. Но я знаю, есть две, скажем так, противоположные точки зрения. В обществе одна говорит о том, что помощь действительно нужна, это очень важно. Другая связана с тем, что, ну, скажем так, это все-таки намек на какое-то сексуальное просвещение, ну, как кажется этим людям. И, соответственно, если это сексуальное просвещение, то это и растление малолетних, и все остальное прочее. Совращать малолетних там никто не собирается. Уверенным в обратном необходимо пересмотреть свои взгляды. Куратор программы Ольга Скрыгина развеяла мифы о проекте. Это проведение диагностики с детьми с ОВЗ на выявление уровня психосексуального развития. Диагностика будет проводиться по методам нейропсихологии, то есть это определенные пробы. Почему именно это направление? Потому что, ну, так или иначе, наш мозг, он как бы влияет на все наши функции, и, соответственно, важно выявить, что происходит с мозгом, в данном случае у детей. Психологический курс создан для помощи детям и их родителям. Первым он поможет принять себя, а вторым – взросление своих чад. Группа уже набирается, вскоре начнутся тренинги и исследования. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.